настрой, я бы сказал, очень даже серьезный. Хочется, конечно, проявить себя в этом первом сезоне, так как первый сезон, можно сказать, самый главный. Так как либо проявишь себя, и тебя увидят, заметят, и пойдешь дальше, либо не получится. Больше работал этим летом, чтобы подготовиться к сезону, чтобы наконец взять Кубок Харламова. Настрой всегда один, доказать то, что я летом работал, чтобы тренера сказали, не зря, мы вас подписываем, все хорошо. А физическая форма очень неплохая, сдали тесты за эти 3 дня, и ребята порадовали, надо сказать. Там всего пару человек не уложились, а все остальные в очень хорошей физической форме вышли. В этом году изменения очень значительные, очень много ребят ушло по возрасту у нас. И в основном мы привлекли ребят из «Металлурга», которые в том году играли в «Металлурге». Вот это основной костяк команды будет в этом году в «Алмазе». Человек 15 у нас ребят из других городов на просмотровых контрактах. И плюс наши ребята 2002 года, которые, 5 человек, которые были в том году в «Металлурге». В субботу мы улетаем в Адлер на традиционный сбор. Там у нас работа будет в основном физическая нагрузка, специальная подготовка. Затем возвращаемся в Череповец 18 числа, с 19 выходим на лед. С 29 числа турнир Беляева начинается. И дальше там у нас все по плану.